И мы начинаем наш марафон, наш забег. Передача «Лесная дума» вышла в эфир. Как вы помните, в предыдущей передаче я показывал вам концепцию. Эта концепция сейчас в сети начинает постепенно так обсуждаться, редактироваться. Уже есть первые комментарии, и люди высказывают свое мнение. Все то, что вы пишете, будет учитываться. Я все это буду потом зачитывать. Самые лучшие ваши пожелания и письма, они не только будут находить место в комментариях или, может быть, даже в содержании следующих передач, но они могут быть и причиной для редактирования концепции и могут даже войти в текст концепции. Естественно, с упоминанием вас как автора. Потом у нас будет очень много авторов, и помимо Андрея Кобилова у нас будет очень много людей, которые пишут эту концепцию. У нас вот там вот интересная картина сейчас, лыжники. Вы знаете, люди без лыж. Покажите, пожалуйста. Это очень интересная картина. Люди ходят и занимаются таким спортивным шагом, спортивной ходьбой, спортивным шаганием. Очень интересно с палками. Особенно интересно то, что с палками это так несуразно выглядит, когда люди идут с палками, вот, чтобы не провалиться. Хотя есть логика в этом, такие лыжники без лыж. Наша передача «Лесная дума», она не посвящена тому, чтобы вы развлеклись на 100% или на 100% получили какой-то политический или научный заряд, или интеллектуальный, или, может быть, культурно-просветительский. Это прогулки в лесу, мои прогулки, и разговор с вами, диалог. В концепции я более подробно об этом говорю. И со временем, конечно, передачи будут видоизменяться, может быть, в них даже появится монтаж, может быть, кто-то еще присоединится к этим передачам, не знаю. Но я желаю вам, чтобы вам было интересно смотреть эти передачи, которые мне очень интересно снимать. И у меня хорошее настроение, лес меня вдохновляет, это одно из главных действующих мест в городе Тольятти. Да, я и думаю, и у вас тоже наверняка найдется какое-нибудь место, лес, пруд или, может быть, поле. Журнал «Древо поэзии» любезно предоставляет эту площадь для публикации видеороликов, которые находятся на платформе YouTube. И я, Андрей Кобилов, желаю вам хорошего настроения и почаще гуляйте на природе, особенно весной.